Приветствую, друзья! Сегодня у нас какао-бобы Пьюро Бланко. Это опять же белая какао-бобы. Совсем как хвостики оленей. И у нас жара, а значит время жарить какао-бобы. Снова. Взял еще немного какао-бобов, чтобы проверить их ферментацию и внешний вид. Снова темный. Такого кремового оттенка. Снова кремовый. Но вообще, в целом, какао-бобы достаточно крупные, красивые, чистые. И теперь мы можем приступить к их обжарке. Итак, друзья, поместили мы наши какао-бобы в ростер. Выставляем 200 градусов, побольше в этот раз, как и обещал. И включаем питание. Засекаем время. Ждем, когда какао-бобы обжарятся. Друзья, прошло 12 минут. Какао-бобы уже начинают потрескивать. Прямо такой, вы бы представляли, какой здесь запах стоит шоколадный. Прямо бобы выпрыгивают из нашего ростера. Думаю, пора их попробовать, и возможно, что они даже уже и готовы. Итак, наши какао-бобы Пьюро Бланко отстыли. Что ж, попробуем их. Если раньше они были до обжарки такого нежно-шоколадного, слегка фруктового вкуса с небольшой кислинкой, то теперь вкус после всего лишь где-то 12 минут обжарки стал очень нежным. Нежно-шоколадным. Ну, фруктовости, конечно, поубавилось, но если сделать из этих какао-бобов сейчас шоколад, думаю, что в нем все это очень хорошо раскроется. При этом он будет с выраженно шоколадным вкусом. Оставайтесь с нами, дальше будет интереснее.